этом году церковь для меня стала еще ближе, роднее. Появилось очень много друзей. Особенно в этом году очень яркое событие было это поездка на Пасхур, которая кардинально изменила мою жизнь и мое мировоззрение. Я благодарен Богу, что именно в этом году я рассчитался со всеми своими долгами. Меня в этом году Господь призвал в ГДИ. Желаю церкви Новый Завет достичь 5000 прихожанов. Это был очень классный, просто потрясающий год. И я очень благодарна Богу за все, что Он делает в моей жизни. И хочу сказать спасибо церкви. Спасибо за то, что я могу быть частью такой прекрасной семьи. С Новым годом! В этом году Господь дал мне откровение о том, что я должен Ему больше доверять. Чудес, конечно, было много, в том числе и в моей родне. У одной сестренки ставили онкологию. Бог совершил чудеса, даже не нужно было делать операции, все сказали прекрасно и удивительно. Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. И желаю вам, чтобы в этом году пришли ответы от Него в тех сферах, где есть вопросы. С праздником! Укрепляйтесь в Боге, любите Бога. Я уверен, что Он явит свою славу в вашей жизни. Будьте благословенны.